Волжском берегу, близ Костромы, расположен замечательный памятник русского зодчества – Ипатьевский монастырь. Архитектура, писал Гоголь, тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Монастырь основан в 13 веке. Сейчас здесь ведутся большие реставрационные работы. Главный архитектор Тороп и техник Шапошников обсуждают проект реставрации изразцовых печей в палате бояр Романовых. Художник Владимир Пантелеймонович Муравьев воспроизводит наружную роспись этих палат, которые именовались некогда царские чертоги. Троицкий собор монастыря украшен фресками знаменитых костромских мастеров. Над их восстановлением работают лучшие художники. Ипатьевская фреска. Русские живописцы вкладывали народный, жизненный смысл в эти религиозные сюжеты. Резчик по дереву Петр Федорович Пименов занят реставрацией соборного иконостаса. Этому пятиярусному сооружению 200 лет. Иконостас поставлен костромскими мастерами из посада Большие Соли. В недалеком будущем в монастыре будет создан архитектурно-художественный музей-заповедник.